Бородавки – неприятный косметический дефект, но еще и скрытая опасность. Возникновение папиллом на теле приводит к их регулярным травмам. Они цепляются за одежду или могут быть срезаны во время бритья. Но такие травмы куда более серьезны, чем кажется, потому что они могут перерасти в онкологические образования. Для того, чтобы этого избежать, нужно избавляться от папиллом. Как это сделать с помощью дешевых и простых народных средств, расскажем в этом видео. Почему появляются папилломы? Возникновение бородавок на поверхности здоровой кожи не является нормальным процессом. Они становятся следствием активизации вируса папилломы человека. Носителями этого вируса является около 90% населения Земли. Однако почему у некоторых людей он не проявляется, а у других становится проблемой? Факторы обострения вируса папилломы человека – это ослабленный иммунитет, генетическая предрасположенность, дисбаланс гормонов, тесные контакты с носителем острой формы вируса, а также постоянные травмы участков кожи и несоблюдение правил гигиены. Чем опасен ВПЧ? Вирус папилломы человека имеет более 100 штаммов. Большинство из них способны порождать только доброкачественные образования, но некоторые штаммы могут стать причиной развития онкологии. Особенно опасно травмировать такие бородавки. В случае повреждения риск развития и роста опухоли становится еще больше. Папилломы могут появляться в любой части тела, но чаще всего они возникают на шее, груди, под руками и на половых органах. Именно на половых органах папилломы чаще всего травмируются, а учитывая воздействие на них микрофлоры, то опасность воспалительных процессов особенно велика. В частности, именно вирус папилломы человека является одной из ключевых причин рака шейки матки. Когда нужно идти к врачу? Дорогие друзья, сегодня все сложнее разбираться в информационном потоке. Но это особенно важно делать, когда речь идет о здоровье. Как выбрать лекарства среди бесконечной рекламы фармацевтических компаний? Как уберечь себя от негативного воздействия химических препаратов? Можно ли лечиться народными натуральными средствами? Обо всем этом мы регулярно рассказываем на этом канале. Подпишитесь и будьте здоровы! В большинстве случаев, если бородавка никак не беспокоит, то она не является медицинской проблемой. Однако обратите внимание на следующие симптомы. Боль, кровоточивость, гной, изменение цвета, размера или количества бородавок, а также их постоянные травмы. В этом случае вам необходимо незамедлительно посетить врача. Такие проблемные бородавки обычно удаляют высечением, лазером или воздействием электрического тока. Однако и вполне безболезненные папилломы могут мешать, и человек хочет от них избавиться. Можно ли это сделать без оперативного вмешательства? Народная медицина отвечает утвердительно, и сейчас мы расскажем вам о действенном рецепте такого средства. Как избавиться от папиллом? Для приготовления этого средства вам понадобится чеснок и повидон-йод. В чесноке содержится фитонутриент аллицин, который подавляет вирусы и мешает их проникновению в организм. Повидон-йод менее токсичен в сравнении с другими видами йода. Он хорошо растворяется и впитывается. Повидон-йод применяется для лечения ожогов и вагинальных инфекций. Особенность йода в сравнении с другими антибиотическими препаратами в том, что у микробов к нему не вырабатывается устойчивость. Раздавите немного чеснока на тарелке. В другую тарелку или чашку добавьте несколько капель йода. Возьмите на кончик чайной ложки чесночного сока с частицами кашицы чеснока. Размешайте его с йодом и нанесите эту смесь на бородавку. Сверху заклейте пластырем с защитной подушечкой, чтобы клейкая часть пластыря не задевала папиллому. Меняйте компресс дважды в сутки. В некоторых случаях бородавка исчезнет за один день, но бывает, что нужно пройти курс лечения длительностью до 6 недель. Это зависит от общего уровня иммунитета и специфики конкретной папилломы. Дополнительно стоит укреплять иммунитет, употребляя чеснок в пищу, а также принимая добавки с цинком. А как вы выводите бородавки? Расскажите в комментариях. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!